Любовь к сцене не имеет границ. Это в очередной раз доказали челнинцы с ограниченными возможностями здоровья. Участники новогоднего бала в Нуре показали свои лучшие творческие номера, а также поделились друг с другом и зрителями праздничным настроением. На креативном балу побывала и съемочная группа программы «Челны-24». Веселыми песнями и яркими костюмами участников открылся новогодний бал. В этом зале не говорят об ограниченных возможностях, сцена доказывает обратное. Праздник «Маскарад» для челнинских инвалидов – это подведение творческих итогов. К этому дню артисты готовились основательно. Сами эти инвалиды шили одежду, подготовили номера, они сейчас будут выступать и, значит, покажут еще раз свою, что они за целый год ждали этого праздника. И, конечно же, они получат призы от Деда Мороза. Подарки прямо из-под наряженной елки получили все без исключения. И поводом стал не только Новый год. Бал – дебют для воспитанников школы вокала «Юта». Артисты занимаются в Нуре с сентября, и маскарад стал их подведением личных итогов. Замечательно учат. И уже есть, конечно, вот какие-то успехи. Конечно, вот сегодняшний концерт – это тоже как бы один из плодов педагога нашего. Вокалом я занимаюсь, как только вылезла с пеленок, потому что у меня вся семья музыкальная, у меня сестра играет на аккордеоне. Участники бала делятся. Музыка для них – это особый мир. На сцене можно примерить на себя несколько образов и судеб. Новогодний концерт – первый этап большого пути артистов. Впереди у них подготовка к музыкальным конкурсам городского и республиканского уровней. Виктория Евсеева, Андрей Буслаков, «Челны-24».